От неизвестных авторов мы переходим к известным авторам. Всем известный Сергей Трофимов, который именует себя также Трофим. Песни из его репертуара нам всегда нравились. Мы их поем уже довольно давно. Сегодня мы споем прям даже несколько. Да? Почему не вижу? Если ты против, ты так и скажи. Я не буду петь песни. Поехали.